В рамках отработки наказов народной программы и партийного проекта «Школа грамотного потребителя» одинцовские единороссы проверили ход ремонта подъездов в доме номер 100 по проспекту Керамиков в Голицыне. В этом году управляющая организация в рамках содержания и обслуживания многоквартирного дома выполнена замена входной двери подъездов, козырьков, окон, в подъезде произведены покраска стен и потолков, замена лестничных перил, почтовых ящиков, обновлен информационный стенд. Нареканий по качеству проведенных работ у жителей нет.